трудиться добросовестно и прилагать все силы на благо жителей города. Такие слова присяги произнес сегодня в администрации мэр Северодвинска. Там сегодня прошла церемония инаугурации. Михаилу Гумырину вручили удостоверение об избрании. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с градоначальником до вступления в должность. О своих надеждах и намерениях мэр поделился по пути на церемонию в неформальной обстановке с моей коллегой Еленой Киевой. Инаугурация – дело важное, но работу никто не отменял. Свой рабочий день новый градоначальник начал с инспекции садика АБВГДЭКИ и подписания постановления о начале отопительного сезона. Забыть о проблемах на минуту удалось только по дороге на инаугурацию. Сегодняшнее событие мэр назвал процедурой формальной, но важной. Главные поздравления он примет вечером от родных. Попьем чай с тортом. Торт уже приготовлен, поэтому... Да, потому что завтра тоже на работу надо двигаться и решать те вопросы, которые сегодня перед нами стоят. Конечно, планирую небольшой краткосрочный отпуск, вот, наверное, сделать на неделю. На торжественную церемонию вступления Михаила Гмырина в должность мэра сегодня в администрацию приехали первые лица области. Новому мэру пожелали продолжать традиции Северодвинска и прославлять город на российском уровне. Поздравляю вас. Добрый путь. Всем футов подкинем. Михаилу Гмырину вручили удостоверение об избрании. После этого новый градоначальник принес присягу и пообещал и впредь относиться к делу ответственно, честно и беспристрастно. Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия. Самым главным свидетелем клятвы стала супруга мэра. Она пообещала, без семейной поддержки муж не останется. Сложно, конечно, 4 года, это очень тяжело выдержали. Но еще 4 года выдержим, мы настроены только энергично, по-боевому. Все у нас получится. После инаугурации мэр Северодвинска принял многочисленные поздравления. Завтрашнее утро Михаил Аркадьевич снова начнет с неотложных дел. На ближайшие 4 года у мэра серьезные планы. Например, новый автомобильный мост на Ягры и застройка новым жильем старой части города. Елена Киева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.